Ага, ага. А он что? А она? Да ты что? Вот. А он? Ага, ага. А она что? А он что? А. Ну, а Дашка-то что? Я говорю, Дашка, ты куда смотрит? Ага, ага. А он? Да, они притрутся. Что? Я говорю, что они притрутся, и... да. Галина Ивановна. Я прошу прощения. Да-да, слушаю вас. Это что такое? Что такое? Это вы меня спрашиваете? Я вас просил узнать на заводе, как проходят ходовые испытания опытного образца. А вы все время ведете по телефону какие-то личные разговоры. Как вам не стыдно? Мне? Зачем вы меня обижаете? Для меня работа всегда была важнее личных дел. Вот и сейчас я выясняла, как же там функционируют двигатель и трансмиссия. Это вы что, это вот так вот выясняли? Да, вот так вот. Зиночка, я прошу прощения, вот еще раз. Так как там двигатель? Он. Да ты что? Ага. А трансмиссия? Вот так вот. Ага, ага. А он? Двигатель. А, Дарья Ивановна куда смотрит? Дарья Ивановна? Главный метролог. Угу. Вот так, да? Говорит, ничего страшного. Ну, понятно. Да, они притрутся, я думаю. Да. Поработают еще немножко, и уже поверхности у них притрутся. Да, да. А двигатель что? Извините. Да ты что? Да ты что? Вы смотрите программу «Городок».